Здравствуйте, я Александр, проживаю в доме 142, где проходит сейчас ремонт АТБ незаконно, без всяких документов, и ГАСК отменил им документы. Новые документы им никто не разрешал проводить ремонтные работы. Наше требование прекратить ремонтные работы до времени выяснения, предоставить нам чертежи новые или откорректированные старые, которые будут утверждены государством. И тогда мы будем смотреть, и пускай продолжают. Мы не против АТБ, мы против незаконной стройки, для того, чтобы наши стены не ломались, чтобы наш дом оставался в целостности. Ну, я не знаю, вы завтра просто будет... житель или глава? Или кто? Я заместитель председателя по вопросу АТБ. Ага. Вы не являетесь главой СМД? Нет, я не глава СМД. Я заместитель по вопросам АТБ на время введения их деятельности, незаконное строительство. Я поняла. То есть заместитель главы ОСМД, который вот занимается по вопросам АТБ. Сейчас вот вы перекрываете дорогу. Да, мы хотим показать, что нас много, чтобы нас услышали. Мы очень часто вызывали полицию, очень много написали всяких заявлений, вызывали оперативно-следственную группу. Ничего этого не решилось. Они продолжают ломать наши стены, продолжают делать ремонт, неизвестно что. Никто нам не может помочь в этом. Завтра будет суд, и по решению суда мы будем уже смотреть, услышал нас город или нет. Но сейчас вы требуете, я так понимаю, основное требование, чтобы прекратили, да? Прекратили до работы. Ясно.